Сегодня снова продуктивный день. Переношу электропастух, потому что там, где паслись девочки, они съели всю траву, а тут как раз подросла. К сожалению, меня некому снимать. Мама уехала в город, поэтому покажу вам, как уже доустановлю электропастух и выпущу коров. Вот так подъели они травку. Ее уже практически нету. Сейчас погоню их на новое пастбище. Первая роза. Козы. Милка. И оставшиеся девочки. Ничего не очень понимают, куда я их гоню. Но я уверена, им понравится. Потому что тут уже травка подросла. И будет хорошо им пастись. Честно, не знаю, сколько здесь соток. Ну, да, далековато. Я растянула электропастух. Там у соседей коровки на привязи пасутся. Но нам так не подходит. Посмотрите, какая красота. Это они в прошлом году себе такую тропиночку протоптали. Пришла весна, посевная в разгаре, время пропустили, огород зарос сорняками. Ждали папу до последнего, но в этом году у папы много работы, и нам приходится своими силами справляться. Помощь пришла в лице моего дедушки, это моей бабушке родной брат, это единственный родственник наш в Твери. Вся остальная родня живет далеко от нас, это Карелия и Санкт-Петербург. Дедушка приехал к нам на помощь, помогать сажать картошку, но прежде нам пришлось повозиться с сорняками. Знаю, что все любят смотреть, как другие работают. Это наша мотивация, кто не посадил картошку, то не все потеряно, время еще есть». Покажу вам фотографию, которую прислал мне двоюродный брат, как работает мой папа. Это Карелия, Беломоро-Балтийский канал, 14-й шлюз. Обратите внимание, какая красивая природа в Карелии. Папа работает на экскаваторе, разбирает перемычку. Ну что же, снимем плоды наших стараний. Мам, улыбочку. Не, не могу. Тут у нас будет картошка, потом клубника, лук, и там дальше еще. Надо работать, работать и еще раз работать. А сейчас ужин у птицы. Наши соседи скосили траву, сейчас мама ее собирает, я буду грузить в трактор и повезу на участок. Ее мы раздаем нашим птицам, которые сидят в летних домиках, также очень любят хрюшки и коровки. Привезла траву нашим хрюшкам, они очень любят ее кушать, сразу обрадовались. Трава там просто отличная, одни одуванчики, и они практически все до конца доедают, хоть я им и насыпаю очень и очень много каждый раз. Ну что, два ковша травы я привезла, один уже раздала, второй еще только предстоит, после вечерняя дойка, а дальше наконец-таки привить наших крольчат. Подоили двух наших буренок, мама будет делать творог, не знаем, как бидончик донести до дома. Просто до краев. Еще чуть-чуть, и уже бы перелилось. В общем, сегодня мы тоже не успели провакцинировать наших кроликов. Не нашли, чем растворять сухую вакцину. Поэтому это переносится на завтра. Там так смешно, вьетнамцы спрятались в траву, их даже не видать. Уже темнеет, иду всех закрывать, теплички, курятнички и спать. Так что доброй ночи, до завтра.
скоро нашим девочкам пороситься. У них уже молочные железы набухают. Так что я думаю, что скоро. Спи давай. Так, ну что же, сегодня мы будем вакцинировать наших кроликов. Я купила 3 вот таких вакцины. Ассоциированная вакцина против миксоматоза и ВГБК сухая. Ампула на 10 доз, то есть на 10 корольчат. У меня таких 3 ампулы. Вот растворитель, шприцы. Сейчас будем вакцинировать. Ну что, все малыши провакцинированы. И маленькие, и большие. Эти еще останутся жить пока с мамочкой. А этих всех я отдельно отсадила. Уже взрослые такие. Следующее по плану – это наш газон. Обычно это папина работа, но сейчас мужская работа ложится на наши плечи. Трава уже по колено, газоном это сложно назвать. Достала газонокосилку. Конечно, нужно было работать триммером, но, честно говоря, я им не умею пользоваться. Поэтому пришлось мучиться с газонокосилкой. Почему мучиться, спросите вы? Потому что для такой высокой травы она не предназначена. Постоянно забивалась и глохла. Раньше я думала, что косить газон – одно удовольствие. Ох, как я глубоко ошибалась. Раньше я хихикала над папой, ведь думала, что идешь за этой газонокосилкой, а она сама катится и все косит, но, видимо, не с такой высокой травой. Выводы сделала. Первое. Больше никогда не буду смеяться над папой, когда он будет косить газон. Второе. Если же все-таки это придется делать самой, не допускать такого зарастания. На видео кажется, что все так легко, просто и быстро, но на самом деле я на это потратила достаточно много времени и сил. Между стрижками газонов прибежала кормить обедом наших телочек. Честно говоря, уже опаздываю. Вот, теперь надо скорее пригонять коров с поля, так как мы начали колоть по схеме нашу Джессику. Она не приходила в охоту, или мы этого не замечали. А после отела прошло уже чуть больше 3 месяцев. Скоро будет 4. Поэтому надо уже осеменять ее. Так как Джессика у нас одна с поля не приходит, придется гнать всех коров. А это завершение моего сенокоса. Небольшой участочек перед домом. И на этом все. Так, ну что, впервые в жизни газон своими руками сделан. Не знаю, правда, как качественно, но во всяком случае, мне кажется, лучше, чем было. Это придорожная наша зона у дома. Это мой прекрасный штатив для видеосъемок. Пошла с собаками гулять в поля. А тут вот хвостики. Не гуляется им с коровами вместе, хотят гулять с нами.
кто досмотрел видеоролик до конца, огромное спасибо, что провели этот день вместе со мной. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, если понравилось видео. До новых встреч. Пока-пока.